Доброе бодрое утро, девчонки. А я опять с шариком. Часы тикают. Мы живем, да. Мы не проживаем, не проглядываем жизнь в окошко, да, мы живем. Чаек с имбирем, который торкает. Ну что же, сегодня красный шарик, девочки. Императрицы. Для меня девчонки, ну и для всех императрицы. Клуб императриц. Я скоро вот так вот назову, да, женский клуб императриц. Мне кажется, так будет даже круто. Давайте проработаем с вами любовь. Любовь. Давайте проработаем красный шарик. Давайте закатаем с вами те качества мужчины, которые бы мы хотели видеть в своем... в человеке, которого хотели бы видеть рядом. Немного наворочено, но мой мозг так решил выразить, да? Девочки, императрицы, давайте только начнем с того, что качества, которые вы хотите видеть у мужчин, они должны быть также и у вас, да? То есть, если вы сварливая баба, которая за собой не следит, да, ходит в рванье дома, и она считает, что ее должны любить такой, какая она есть, ну, извините, вот такие мужчины вам приходят, да, которых тоже надо любить такими, какие они есть, да, а вот в зеркало бы стоило им посмотреть. То есть, здесь давайте будем адекватными. Хотим, извините меня, принца, мы должны быть принцессами. В полном смысле этого слова, да. Походка от бедра, следить за собой, покупать себе вещи. Не надо брендовые вещи. Вещи должны быть удобные. Ну, по крайней мере, моя такая вот убежденность. Да? Они должны быть удобные, они должны быть красивые и должны вам идти. То есть украшать ваше тело, а не подчеркивать ваши недостатки. Так вот, отвлеклись, да? Здесь будет у нас на этот шарик загадан именно мужчина, император. Но император справедливый, с которым можно будет спокойно идти за руку, не переживая за то, что человек предаст, за то, что человек-то оставит вас в трудную минуту. Нет, это будет сильное плечо. Так вот, какие качества вы хотите вложить в этот шарик, послать во Вселенную, да, и ожидать этого мужчину? Можете поставить на паузу. Подумать хорошенечко, либо знаете, как еще сделать, можете сегодня прослушать, а завтра вернуться к этому видео, да, со списком того, чего вы хотели. Пишите, пожалуйста, точно, сколько вешает в граммах, потому что, написав «свободный мужчина», к вам придет свободный, он будет женатый, но свободный, помните об этом, да? То есть все должно быть точно. Итак, загадали, девочки. Отпустили. Все, нам это не надо. Мы больше об этом не думаем. Отпустили. Итак, отпустили. Ну, а сейчас карта дня. Напишите, нужны ли вам техники. Сейчас такая даже не неделя, а до какого-то там, до 17-го, что ли, можно гадать себе, делать какие-то практики. Они волшебные. Волшебство продолжается, оно не заканчивается в ночь, да, когда бьют куранты. Оно еще идет. Поэтому сейчас можно прорабатывать, прорабатывать и прорабатывать. Если вам по кайфу, то, пожалуйста, напишите. Карта дня. Давайте посмотрим, что же сегодня, 4 числа. Сегодня, кстати, моей собаке, моей рыженькой, карело-финской лайке, которую зовут Ириска. 10 лет. Представляете, 10 лет нам сегодня. Такая долгая и сладкая жизнь. Итак, карта дня. Карта дня. Что сегодня ожидает? О, сегодня будет круто. Девятка чаш. Все 33 удовольствия, как и 333 порока, да, называется. Все для себя, внимание на себя. Тут даже не то, что внимание, здесь все удовольствия для себя. Сегодня вы захотите получить, да, какие-то, может быть, острые ощущения. Острые ощущения могут быть не только, да, американские горки, к примеру, а острые ощущения могут быть от любого. Съесть, я не знаю, мороженку, которую не позволяли себе, да, что-то вот такое вот, но чтобы получать
столько удовольствия внутри, да, посмотреть какой-то фильм, который давно не смотрели, чтобы получить эти эмоции, да, может быть, обратить внимание на кого-то сегодня, да, ну, все сегодня будет крутиться вокруг вас. Что сегодня мы с вами еще посмотрим? Что-то все убрала, да? Давайте посмотрим метафорическую открыточку. Что нам скажут, да? Может быть, нам тут карточки, картиночки, ритмы. Ритмы. В каких ритмах находитесь, да? Что скажут они? Пожелают. Либо над чем задуматься. Давайте посмотрим, что же вытянется у нас. Вот оно как. Чтобы разглядеть, можете поставить на паузу. Наши сердца пульсируют в унисон с сердцем природы. Это, знаете, как отсылка к тому, да, что мы есть единое. Все должно быть сбалансировано, все должно быть в гармонии. Так, ну и аффирмации дня. Аффирмации, как всегда. Давайте посмотрим, что же. Что проработать сегодня? Я открыто и с благодарностью смотрю на свои успехи и неудачи. Отношения с людьми, жизненные уроки. Я открыто и с благодарностью смотрю на свои успехи и неудачи. Отношения с людьми, жизненные уроки. Прекрасного всем дня. Пусть сегодня у вас все получится. По карте дня желаю вам испытать обалденные эмоции, да, чтобы зарядиться.